Вчера вы матч проиграли, сегодня выиграли. Что произошло, что сказали команде? Да ничего не произошло. Вчера тоже достойно играли. И победа 4-3, ихняя победа с минимальным счетом. Но самая главная работа была выполнена та, которая сегодня дала результат. Ну вот и все. Какое бы вы звено выделили сегодня, именно в сегодняшнем матче? Ну, практически все. Тем более у нас сейчас идет перестроение команды. Много молодых, 97-го, 8-го, там почти 12-13 человек. Ну, они стараются помогать, а так все, всегда все равны. Роман Николаев забросил прекрасную шайбу, которая, в принципе, наверное, и придала уверенности очень большой команде. Что вы скажете об этом? Ну, в принципе, там и первый гол Бишарова был неплохой. Самое главное побеждать, чтобы они верили в это. Верили, работали, сами друг за друга бились, старались. Ну, как бы все. Что вы скажете о сопернике еще? Ну, что соперник, хорошая команда, в принципе, они... В том году она была, ну, помоложе команды, сейчас она, ну, вроде и сплотилась, работает, все достойно играет, поэтому идут в этой, в западной зоне на первом месте. Ну, все. Все, спасибо большое.